где нашли-то такой вонючий-то? Просто глаза ест, выжигает. Так, ладно. Друзья мои, пока не стемнело совсем. Какие окончательно. Какие сорта рядом бегали, того и жарит. Значит, мы с вами должны сделать пока еще достаточно светло. Для самих себя, для всех зрителей фестиваля, для тех, кто увидит это по телевизору, и жаба их задушит от того, что они здесь не были. Сидят ведь дурни дурнями по телевизору, фигню всякую смотрят. А здесь генофонд нации, лучшие люди. Хоть сейчас всех, хоть сам космический отряд. Зато у телевизора мягкий диван. Полбатона, бутылка кефира полбатона, а я сегодня дома, а я сегодня дома, а я сегодня дома один. О-о-о-о-о. С утра я почитаю газету, и, может быть, сгоняю в кино, и, в общем, все равно. В общем, все равно. И в общем, все равно какое. О-о-о-о-о-о. А потом, стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих. Она девчона, она девчона. На девчонок на фестивале нашествия и немного на парней. Потом, проходя мимо зеркала, я скажу, а что не так уж я и страшен. Я даже немного. Он даже немного. Я даже немного. Мы все здесь немного, ничего. О-о-о-о-о. Ну дальше-то вы знаете. А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка. И как у него. Как у него оранжевое настроение. Оп! Я не знаю, что тут было вчера вечером, но завтра кефира я допью ровно в 10, батон я доем чуть пораньше. И перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо! Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, yeah! Оранжевое небо, оранжевое солнце, оранжевая мама, оранжевые блюда, оранжевые дяди, оранжевые мое. Ну что, тогда то, ради чего многие сюда и приехали. Ну и порадуйте, Дмитрий Эммануилович хочет вас сфотографировать. Значит, ребята, мы с вами будем махать не просто так вот, без повода, хаотично. Мы будем с вами махать руками, во-первых, организованно,
высоко художественно и по очень серьезному поводу. А повод у нас серьезный такой. Сказать огромное спасибо всем тем, кто, несмотря на трудную годину, все-таки не отказался от идеи этого фестиваля и провел его здесь и нас здесь порадовал. Всем организаторам фестиваля нашествия вот такой вот респект и спасибо! Огромное спасибо, конечно же, нашему радио за то, что в трудную годину они все-таки крутят ту музыку, которая нам всем нравится. Наше радио, спасибо! Огромное спасибо всем тем, кто, в отличие от нас с вами, работает на этом фестивале. Всей технической административной группе, всем звукорежиссерам, светорежиссерам, техникам, официантам, барменам, охране. Огромное спасибо вот такими фонариками. Конечно же, гигантское исполинское спасибо всем артистам, всем музыкантам, которые выходили все эти три дня на эту сцену и на ту тоже. Спасибо, братцы, вам, артисты! А вот сейчас, собственно говоря, мы это и сделаем. Значит, нам надо определиться с трибунами. Давайте, значит, трибуны. Вы будете вот в ту сторону начинать двигать, да, чтобы у нас такое вот так вот было, да? Значит, а мы с вами будем двигать на трибуну. На счет три начинаем двигать на трибуну. Делаем один пробный заезд. Внимание, подняли руки. Раз, два, раз, два, три. Оп, оп, йо-хо-хо. Оп, оп, йо-хо-хо. Лови, лови, оп, оп, йо-хо-хо. Оп, оп, йо-хо-хо. Ну так, потренировались? А теперь по-взрослому, да? Значит, зал весь в ту сторону начинает, на трибуны. И трибуны, соответственно, туда же начинают. Готовы? Раз, два, раз, два, три. Оп, оп, йо-хо-хо. Оп, оп, йо-хо-хо. Оп, оп, йо-хо-хо. Оп, оп, йо-хо-хо. Йо-хо! Они их спрашивают, для чего они делают этот фестиваль. А вот для чего!